И они начинают сами о себе рассказывать. Приключения, путешествия, разные чудища и удища. Добрые волшебники, сказочные герои, такие все. По будням. Волшебная библиотека детского радио называется. Слушайте на детском радио. Реклама. Новые приключения любимых героев. Меня зовут Сирена. Я хочу с вами дружить. Вот поворот. Мы что, застряли? Срочно. Это отряд. Круто. Турбозавры. Привет, Сирена. Кинос 29 июня. Категория 0+. А это слон. Самое большое животное на Земле. Мам, ты все путаешь. Самое... Кит, он может 30 метров в длину, если больше 150 тонн. Язык тяжелый. Этот слон... В следующий раз слушай со мной детское радио. В эфире детского радио много познавательных программ для юных эрудитов. Детское радио. Слушай каждый день. Белые росы твои в этот день.